Ну что, всем привет. Собираемся на очередную мегакатку. 150 километров на круг. Поедем на Аку. Нас двое. В огромном составе нас двое. Паш, что можешь сказать? Ничего. Ничего он не может сказать. Он вообще, он хочет плавать. Сказал, ей надо грязь по кофр, а воду по руль. Поэтому вот такой вот чистый квадр. 600 километров пробега. Он хочет также вернуться, но у него не получится. Это я вам обещаю. Так что мы стартуем. Все, наша группа поддержки. Все, выезжаем. Ну так, первое препятствие у нас, маленькая лужица. Ага, маленькая, но крутоватая. Скучно. Блин, по закону подлости хотел снять видос, тут четки прям сразу замесились вообще четенько, а камера не включилась. Ну что теперь поделать, надеюсь, еще будет контент, все уже в говне, готовимся, погнали. Ну что, выбрались из леса, немножко испачкались, кто-то больше, кто-то меньше. Ну как, Паш, нормально в лесу? Нормально, ты уже чувствуешь, как ты будешь отмывать свой квадр, да? Я говорил, все подсохло, все высохло. Подсохло, да, немножко, но там, где не подсохло. We'll be right back.
Ну что, промежуточная остановка, подсадили пассажира. Пассажир хочет на АКУ, хочет плавать. Да? Все нормально? Готовимся, поедем. Промокнуть не боюсь. Промокнуть не боишься? Надо было плавки надеть. Ну, конечно. Сейчас страшно, если просто обмакнуло. Обмакнул? Главное, от страха, Тёма. Да. Ну, потом в жирке отмою. Хорошо. Все, побежали? Да. Спасибо, паркуйтесь. А? Что 3 миллиметра? Паркуйтесь, между собой 3 миллиметра. Это все Пашка. Куда нам ехать-то? Нам надо туда, налево и тут же направо. Что у нас? До Лопасни. Сейчас там брод. Кто первый? Я? Глубоко тут, нет? Вот так? Встречу. А там примерно по сколько тебе? Мне? Ну вот так, наверное. Сейчас, подожди. Люди купаются, вот едь хотя бы сюда. Что ты делаешь-то? Что делаешь, говорю? Ну что, ты счастлив, нет? Маловат.
Ну вон туда, хочешь ездить? А что там? Не знаю. Ну походи. Ну вот, а если я утону? Ну утонешь. Утонешь, домой не возвращайся, да? А? Ну сейчас похожу. Ну куда ты в кроссовках, Тём? Вот такой вот бродик. Ну чё, контент? Чё, не доехал, нет? Всё. Всё? О, сейчас вкуснятина! Блокировку. А счастье было так близко, да? Давай, давай, идет, идет. Еще раз поедешь? Контент! Ну все? Нормально. Там правее колея видим большая. Вот не знаю, парни подсоветовали, блин, маршрут. Это вот здесь вот можно проехать. Ну, только на лебедке выехали. Сейчас вот второй квадрик будем протаскивать, а дальше искать уже маршрут с другой стороны. Все, не рой, дальше лебедимся. Я говорю, встань на левую сторону квадра. А? На левую сторону квадра встань и больше лебедкой, не рой. И отсюда, да. Потому что там зад проваливается у тебя. Что случилось? Сидушку снимай, отщелкнул с реле. Все. Не работает. Сидуху снимай, релюха отщелкнулась. А что, она не щелкает когда? Давай я так.
папа. Плавно, плавно, плавно. Руля возьми правее. Ну, мог бы выпрыгнуть. Мог бы выпрыгнуть. Какая-то у нас непонятная история. Тут колесо вровень. Тут выпирает. Вровень выпирает. Задняя подруливающая подвеска получилась. Главное, непонятно почему. Все рычаги вроде целы, но вровень выпирает. Не ясно, что делать с этим. И зацепил бетонный столб. Перед прошел, задним колесом зацепил. Вроде, говорит, и удар сильный, не сильный был. Но как-то вот вровень колесо выпирает. В общем, хорошо так градусов на 15 выпирает. Видели когда-нибудь заднюю подруливающую подвеску у гепарда? Правда, подруливает она только в одну сторону. Тут не подруливает, а тут подруливает. Не знаем, что с этим делать. У меня минус 2 пыльника шруса. Еще минус лебедка у Паши. Полевые домкраты. Кто? Да ничего, поднимем сейчас. Зацепили, подняли. Сейчас колесо снимем. Обиделась, по-моему. Вот тут вот хреновина. Вон, видите, малость убежала. Потихонечку. Вперед смотри, вперед смотри. Все, останавливаемся. Газ полаз, протяни вперед. Добрались до промежуточной базы, бросим вровень выпирающего здесь до лучших времен. Инвалида, да. Продолжим путь. На одном вдвоем. Если интересно, тут обратили внимание. Удар нашелся, видимо, в колесо. Даже диск чуть-чуть выгнуло изнутри. Вот здесь вот полку видно. Колесо чуть-чуть спускает. Но потом будем уже искать. Сейчас неделю квадрик постоит, подождет с прицепом. Приедем, заберем. Фотки потом вставлю. Оборвало переднее ухо. На заднем рычаге прогнуло кулак. Поэтому кулак под замену. Ухо может быть заварим, а может быть это будет отличный повод для гнутиков. Не отключаемся.
ближе выглядит, да? Все, поехали по-другому. А? Где нас тут попадает? За мной идешь, что, блядь, я тебя там подобрать хотел. Ну что, дотянули вчера до гаража. Уже эвакуировались. Вот по тут тоже пыльник шелся. Смотрите-ка, приехал, да? Раз пыльник шелся получается. Два пыльник шелся. Тут вообще в лоскуты. Ломался. Да, пыльники. Так, свежепоставленный мой еще живой, все нормально. А тут тоже в лоскуты. Итого три пыльника шруса. Ух, ебать, тут бревно у меня застряло.